Открывая лицо, идет на суд первый из беглецов. Второй напротив. Уверенно смотрит в камеру. Закиров судим уже 9 раз. А вот его напарник Ведерников на скамье подсудимых дважды. На этот раз криминальная биография обоих пополнилась еще одной статьей – побег. Суд приговорил признать Ведерникова Владимира Андреевича и Закирова Эльмира Ильдаровича виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 20 статьи 313 УК РФ, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Инцидент произошел летом. Отбывающие наказание в колонии поселения Закиров и Ведерников не явились на утреннюю перекличку. Поисковая операция не затянулась. Вскоре их обнаружили возле продуктового магазина в нескольких километрах от исправительного учреждения. Хотели искупаться. Так объяснили самоволку беглецы. Водные процедуры обошлись слишком дорого. К уже имеющимся срокам беглецы добавили себе еще по 2 года. И заключение в исправительной колонии уже строгого режима. С приговором они не согласны и намерены обжаловать его в Верховном суде. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.